В Сыктывкаре состоялся День Северной железной дороги. На встречу с руководством компании пришли участники Союза промышленников и предпринимателей КОМИ, представители бизнес-сообщества. Главной темой разговора стали пассажирские перевозки и логистические продукты, которые может предложить сегодня железная дорога. Встречи в подобном формате проходят во всех регионах России. В КОМИ это второй форум. Татьяна Супряткина подробнее. Республику Коми обслуживает филиал РЖД «Северная железная дорога». Протяженность путей почти 2500 километров. На территории региона расположены 89 железнодорожных станций. Сегодня компания – стабильный партнер республики. Работодатель, перевозчик и налогоплательщик. Только в этом году СЖД перечислила в районные и республиканские бюджеты более 1 100 000 000 рублей. Одно из значимых событий – это, допустим, в этом году открытие вокзала «Княжпогост». Знаковое событие для республики и для Северной железной дороги. Кроме этого, было потрачено очень немало денег на приведение в порядок инфраструктуры пассажирского комплекса. Кроме этого, были выполнены работы по взаимодействию с клиентами на многих железнодорожных станциях. Сегодня компания предоставляет широкий спектр пассажирских и грузоперевозок. Доступ в самые дальние районы республики. По железной дороге вывозится уголь, нефть, лес, грузы в контейнерах. Помимо, собственно говоря, самой перевозки, оказываются услуги и по погрузке, и по выгрузке, и по предоставлению подвижного состава. Также возможна терминально-складская обработка, хранение, таможенные процедуры. Причем все эти услуги возможно получить по принципу одного окна и по единому договору. Компания готова расширять сотрудничество и со средним и малым бизнесом. В частности, СЖД предлагает предпринимателям принять участие в аукционных конкурсах по предоставлению услуг в области охраны имущества, капитальному ремонту и кадастровой оценки объектов. Татьяна Супряткина, Павел Фетисов, телеканал «Юрган».